Добрый день, дорогие друзья и подписчики канала. Сегодня мы хотели сделать обзор на канадскую розу Hope of Humanity. Это роза канадской селекции. Она является шрабом кустарником. Цветки обладают ярким пурпурным оттенком. Лепестки густро-махровые. По форме бутон очень похож на чайную гибридную розу. Первое цветение начинается где-то в начале июня месяца и заканчивается уже при первых заморозках. Вот этот куст был посажен в этом году. Покупали двухлетним саженцем. За сезон он нарос примерно в 3 раза и постоянно стоит с цветами. Этот сорт отличается тем, что цветок густо-махровый, в отличие от многих других канадских роз. Красивый, яркий, насыщенный. Если сравнивать с чайными гибридными розами и с другими шрабами, то эта роза прекрасно держит цветок на жаре и не облетает после дождей. Вот рядышком находится у нас плетистая жасмина. После дождей и жары она моментально день-два и цветок вянет. А у Hope of Humanity цветок держится 2-3 недели. Плюс эта роза, то, что она выдерживает морозы до -35, ее не нужно укрывать на зиму. Это очень подходит зимним, это очень подходит к северным регионам нашей страны. Вот такая красивая роза. На каждой ветке образуется от 3 до 5, иногда бывает и до 9 бутонов. Вот в таком виде она будет цвести до самых заморозков. Очень хорошая по здоровью, к ней не цепляется ни пятнистость, ни другие болячки роз. Никто ее не ест. Эта роза очень красиво сама по себе, цвет очень яркий, насыщенный и очень виден издалека. Поэтому, если у вас есть сомнения в покупке этой розы, берите, не пожалеете. Это действительно очень хорошая. И она стоит того, чтобы иметь у себя в коллекции. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.